Я в своем вступительном слове остановлюсь только на одной, наиболее острой на сегодняшний день теме. Это предлагаемая правительством Российской Федерации реформа пенсионной системы. Как известно, правительство России выступило с инициативой проведения реформы в сфере пенсионного обеспечения, внесло в Государственную Думу соответствующий законопроект, который принят парламентом страны в первом чтении. Безусловно, все это ожидаемая абсолютно реакция вызвала достаточно острые дискуссии в обществе. Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, эта тема крайне важна и чувствительна. И вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде. В то же время мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда. Должны понимать, что ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет. Мы договорились, что коллеги в правительстве в ходе подготовки федерального закона и в ходе работы над законопроектом ко второму чтению проведут консультации с политическими партиями, с профсоюзами, с общественными организациями, с регионами, да, и с экспертным сообществом дополнительным. Хотел бы, конечно, сегодня услышать, какие корректировки в законопроект вы предлагаете внести по итогам этих обсуждений. Со своей стороны, разумеется, постоянно и внимательно слежу за ходом дискуссии. У меня сложилось свое мнение по этому кругу вопросов. Я об этом еще чуть попозже скажу. А сейчас же обозначу некоторые, но, на мой взгляд, принципиальные подходы. Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть. Это важно, это необходимо. Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально и только взвешенно и только осторожно. Иметь в виду, считаться самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются. Именно такое человеческое измерение должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта. Разумеется, что при этом все решения, связанные с обеспечением интересов граждан прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи и социальной защиты, должны приниматься с опережением. Мы не можем руководствоваться известным принципом короля солнца Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране. Прежде чем перейдем к обмену мнениями, тем не менее, хотел бы повторить. Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России не только соответствовала реалиям сегодняшнего дня, не просто была финансово устойчивой на десятилетия вперед, но и самое главное, это хочу подчеркнуть, самое главное, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан. И потому все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными. Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением. Но прежде чем это сделать, хотел бы еще раз послушать ваши соображения.